Наука. Астрономы и астрофизики предрекают, что в середине 2013 года должно произойти столкновение облака газа с черной дырой где-то на просторах Млечного Пути. Предрекли это столкновение исследователи, работающие в Мюнхенском институте Макса Планка. Они наблюдают за тем, как черная дыра приближается к точке, определенной как место будущей, поистине эпической вселенской катастрофы. Как будут развиваться события, предположить не может пока никто. Для нас открывается совершенно новое поле деятельности. Мы вступаем на неизученную нами территорию. Облако сходится с черной дырой и начинает с ней взаимодействовать. До настоящего времени мы не могли наблюдать такой природный феномен. События, как выясняются, абсолютно не имеющие прецедента в современной истории науки и в научной мысли. Черная дыра была открыта и описана еще в 92 году. Ее масса превышает массу Солнца более чем в 4 миллиона раз. Расстояние между черной дырой и Землей – 27 тысяч световых лет. Открытие стало возможным благодаря работе так называемого «очень большого телескопа». Точнее, целой цепочки таких телескопов. Обсерватория расположена в предгорьях Андов, находящихся на территории Чили. Астрономы ведут, что называется, черную дыру последние 7 лет. Они сумели зарегистрировать изменение скорости. На настоящий момент она составляет более 8 миллионов километров в час. У черной дыры колоссальная сила притяжения. Так что газовой массе не останется ничего другого, судя по всему, как быть поглощенной частично или полностью. Специалисты надеются, что сведения, собранные ими во время сближения черной дыры и облака газа, дадут возможность сделать новые важные открытия, касающиеся Вселенной и протекающих в ней процессов.